Леша, вот мы все стоим-стоим, а ну пора уже как-то подвигаться, размяться. Как тебе такое предложение? Настя, знаешь, буквально с языка сняла. Я только вот за. Ведь прямо сейчас, тем более, разминка на телеканале ПТВ. Доброе утро, Первоуральск. Я вратарь команды СКА «Уральский трубник» Никита Топоров. И сегодня я проведу для вас утреннюю зарядку. Поехали! Первое упражнение – вращение головой по часовой и против часовой стрелке. Сделаем несколько кругов. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили. Разминаем наши кисти. Просто обычное упражнение. Делаем волну руками. Дальше. Вращаем ими же. Также взяли руки в замок и вращаем ими. По часовой и против часовой стрелки. Поставили руки на плечи. И вращение вперед-назад по 3-4 круга. Раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Это махи руками вперед-назад. Двумя руками вместе сразу. И раз, два, три, четыре. И назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Вращение тазом по часовой стрелке и против часовой стрелки. Делаем по 5-7 повторений. Раз, два, три, четыре, пять. И в другую сторону точно так же. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Следующее упражнение. Переходим к наклонам к ногам. Поставили ноги на ширине плеч. И начинаем наклоны сначала к левой ноге, потом к правой ноге. Кому как удобно, можно делать количество повторений чуть побольше. Раз, 8-10. Наклонились и поехали к левой ноге. Раз, два, три, четыре. Встаем, выпрямляемся. Теперь к правой. Раз, два, три, четыре. И так можно сделать несколько серий. Переходим к следующему упражнению. Это выпады вперед. На коленку ногу не ставим. Чуть-чуть тянемся и провисаем, покачиваем себя чуть-чуть движениями. Если можете без рук, можно ноги положить на бедро, сделать покачивание так. Кому неудобно, можно положить руку вперед и также качаться. Сделаем 10 раз, чуть-чуть потянемся и поменяем ногу. Раз. Провисли. На коленку ногу не ставим. Вторую. Она у нас для опоры. И прокачиваемся и чувствуем все свои мышцы. Как тянутся мышцы правой и левой ноги. Бедра и задней поверхности. Следующее упражнение. Вращение голеностопом правой и левой ногой по 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три, четыре, пять. Закончили. Спасибо за зарядку. Хорошего дня. Пока-пока.